Мечтала стать ветеринаром, получила образование юриста, но нашла свое призвание – водитель автобуса. Елена Бацких о пути в профессию рассуждает философски. Села за руль почти 23 года назад и с тех пор в прямом смысле остановиться не может. В 2016 году я пошла учиться на троллейбус, но с мыслью об автобусе. Соответственно, на троллейбус выучилась, так как были там нюансы, женский пол не брали в то время в нашем городе. Ну, мысль в автобусе не оставила. Через 2 года я пошла, сама сдала на автобус. За рулем автобуса вот уже 7 лет работает в одинцовском филиале Мострансавто. Признается, о своем выборе не пожалела ни разу. Автобусы полностью автоматизированы, управлять таким транспортным средством – одно удовольствие. Я вообще практически не привыкала. Я как-то села и сразу, вот у меня нет ни одного ДТП по моей вине, предположим, да, там связанное, там, что я что-то как-то где-то и... Поэтому я просто чувствую габариты, длину и ширину. Подписывает путевой лист и отправляется по привычному маршруту Одинцово, метро «Парк Победы». По словам Елены, особых ритуалов перед выездом у нее нет. Главное, чтобы люди в салоне автобуса были довольны. До сих пор, признается водитель, пассажиры смотрят на нее с удивлением. Открывается дверь, человек заходит. Соответственно, за ним еще стоят люди. Он встал, все, он просто забыл. Куда он едет, зачем он едет, что ему нужно приложить карту, соответственно, оплатить проезд. Удобный график 2 через 2 и перерывы между рейсами, а еще дружный коллектив, который всегда готов протянуть руку помощи. У нас очень хороший коллектив на маршруте, все помогают. Любого попроси, он тебе поможет, там, если мало ли что-то там, какая-то задача потяжелее, да, соответственно, то как бы никто не отказывает. Есть у Елены и мечта. Это не платье по последней моде, как у многих представительниц прекрасного пола. Хочет новый автобус, чтобы и покомфортнее, и покрасивее. Ведь она хоть и водитель, но в первую очередь все же женщина. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».